Добрый день, трейдеры, и добро пожаловать на заключительный урок курса Азбука Форекс. Прежде чем мы начнем, ознакомьтесь с предупреждением о рисках. На нем раскрывается информация о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках. Продолжая просматривать это видео, вы подтверждаете, что знаете об этих рисках. Итак, вы дошли до финального урока курса Азбука Форекс. Отличная работа. Сегодня мы дадим несколько советов по управлению рисками. Успешная торговля держится на трех основных постулатах, которые вы должны учитывать. Первое – это разработка прибыльной торговой стратегии, то есть системный подход, основанный на техническом и фундаментальном анализе. Второе – управление капиталом и рисками. И третье – психология торговли. Представьте трейдинг в виде треноги. И если хотя бы одна из ножек подкосится, то рухнет вся конструкция. Мы уже успели обсудить торговые стратегии и психологию на предыдущих уроках. Сейчас пришло время управления рисками. Потенциальная прибыль напрямую связана с потенциальными рисками. Проще говоря, управление рисками необходимо для того, чтобы помочь вам минимизировать торговые потери. И это основано на четырех важных принципах. Принятие рисков при торговле. Анализ и оценка этих рисков, поиск решений для минимизации этих рисков, ну и, конечно, постоянное соблюдение первых трех пунктов. Итак, какие же риски существуют? Вот лишь некоторые из них. Первое. Кредитное плечо. Чем выше кредитное плечо, тем быстрее вы можете получить прибыль или убыток. Отчасти потери могут быть связаны с тем, что было выбрано слишком большое плечо. Второе. Неточная оценка рынка. Торговля связана с постоянными колебаниями на рынке. Каждый новый ордер открывается с отрицательным значением, так как спред, разница между ценой покупки и ценой продажи, вычитается при открытии ордера. Третье. Быстрое движение рынка. На рынок постоянно влияют новости, мнения, тенденции и политические решения. Даже если вы постоянно следите за рынком, невозможно следить за всеми событиями, которые влияют на рынок. Ценовые разрывы или гэпы. Это значительные скачки в цене. Гэпы обычно возникают после открытия рынка, но даже открытые рынки могут реагировать на неожиданные экономические новости, которые могут привести к тому, что торговые приказы будут исполняться не по запрошенной цене. Итак, как же можно минимизировать эти риски? Первое. Всегда использовать защитный ордер стоп-лосс. Мы уже говорили о нем. Вы всегда должны знать размер потенциального убытка. Второе. Вы можете выбрать подходящее плечо. С Admiral Markets вам доступно кредитное плечо от 1 к 10 до 1 к 500. Чтобы минимизировать риски, выберите тот размер плеча, который подходит вам. Третье. Помните о том, что внешние факторы также могут повлиять на вашу торговлю. К таким факторам относятся отключение электроэнергии, перебой в интернет-соединении или просто вы будете заняты чем-то другим. Вам также необходимо ознакомиться с нашими настройками защиты от волатильности, которые помогут вам минимизировать риск в нестабильных условиях. Ну и напоследок, три важные вещи, которые обязательно нужно держать в голове. Первое. Для начала научитесь не терять на рынке. Затем постепенно наращивайте ваш капитал. И потом максимизируйте вашу прибыль. К сожалению, большинство людей начинают действовать в обратном порядке. Но настоящий успех сводится к надлежащему управлению рисками. Не пытайтесь бежать до тех пор, пока не научитесь ходить. Ну вот и все, трейдеры. Как только вы закончите тест ниже, вы попадете на финишную прямую курса Азбука Форекс. Отличная работа. Огромное вам спасибо за то, что присоединились к нам.